Доброе утро, дорогие друзья! С вами канал Джулия. Сегодня Рождество. Я поздравляю души всех с Рождеством. Желаю крепкого здоровья, благополучия, успехов, радости, счастья. В общем, всего, что хотите сами себе, того я вам желаю. Ну, вот, а я, у меня сегодня будут гости, поэтому я буду готовить праздничный стол. Одним из блюдом на праздничный стол, самое интересное, у меня будет крымско-татарский пирог кабете. И, как видите, я сейчас занимаюсь картошкой. Вот такими мелкими кубиками я ее нарезаю. Затем я буду нарезать также и мясо. А также мелко я нарезаю лук. Но теперь время пришло и для мяса. Я сейчас мясо нарежу, а потом буду его рубить, превращая в фарш. У меня будет рубленное мясо. Ну а теперь беру топорик и вот так порубляем. Буду рубить мясо. Вот, друзья, я соединила картофель, лук соединила с мясом. Сейчас посолила и сейчас добавляю сюда сливочное масло комнатной температуры. Оно у меня уже очень мягкое. Я его достала со вчерашнего вечера. Так, все перемешиваем и готовлю пирог. Ну а теперь приступаю к раскатке теста. Так, тесто раскатала, выложила начинку. Теперь буду раскатывать крышечку. Все, пирог я запечатала. В середине дырочку проделала. Ну и отправляю в духовку при температуре 180 градусов на 30-35 минут. Вот, друзья, немного поторопилась, кое-что забыла. А забыла я смазать свой пирог желтком. Вот, друзья, какой красивый пирог у меня получился. Ну, на этом все. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. Конечно, я бы сейчас разрезала, но я жду гостей. Поэтому разрезать именно сейчас я, конечно, не буду. Извините. Ну, всего хорошего. Будьте здоровы. Всех с праздником.